22 марта 43 года озверевшие фашисты ворвались в белорусскую деревню Хатынь. Жители ничего не знали о том, что накануне партизаны обстреляли автоколонну фашистов, убили немецкого офицера. Оккупанты вынесли им смертный приговор. Все население Хатыни согнали в колхозный сарай, который облили бензином и подожгли. В огне заживо погибло 149 человек, из них 75 детей. Деревня была разграблена и сожжена дотла. До победы оставалось 779 дней.